Все о любви рассказывают картины корейского художника Лин Фан Ха. Его работы сегодня представляет картинная галерея. Организаторы выставки обещают зрителям талантливое смешение азиатской и европейской традиций. Там сейчас находится и наш корреспондент Ольга Сомкина. Наташа, приветствую. Мы находимся в залах картинной галереи. Самое главное, что испытываешь здесь, это, конечно, удивление. Удивляют в первую очередь формы картин. Вот это, например, представлено в виде ромба. Оригинальные сюжеты. Вот так выглядят утки-мандаринки. Удивляет то, что каждая картина называется «История любви». Правда, потом автор поясняет: «История любви – счастливый день» или «История любви – моя жена». И вот что по поводу последней сказала жена художника, госпожа Ким Миджа. Эта картина про меня. Вот здесь мы видим стиральную доску. Такие использовали испокон веков корейские женщины. Ее мне подарила свекровь в самом начале нашей совместной жизни. И вы видите, как за годы эта доска истерлась. Ведь тогда не было стиральных машин. И она мне помогала. Вообще, эта картина про нашу жизнь и нашу большую любовь. Но самое главное удивление – это, конечно, сам художник Ли Кван Ха. Он находится в инвалидном кресле и сам не может отвечать на вопросы. И его выставка под названием «История любви» демонстрирует, как можно и нужно любить жизнь. Выставка удивляет гармонией. Понимаете, мне даже хотелось назвать ее в начале «Ли Кван Ха. История любви». Корейский Рафаэль модернизма, понимаете? Потому что у него вот настолько это, вот как у Рафаэля, это какая-то такая разлитая гармония, которая не чувствуется присутствие человека, как будто это рождено само собой. И также и композиция Ли Кван Ха. Они рождены вот изнутри и какой-то огромной любовной гармонии, которая царит в душе художника. Так что, если есть желание удивляться, нужно обязательно посетить выставку в картинной галерее.